Еще одна тема аппаратного совещания в Слободзее – состояние полигона твердых бытовых отходов. Напомним, в прошлом году городская свалка была закрыта и перенесена в окрестности села Чобручи. Однако, по словам главы района, несанкционированный вывоз мусора на прежнее место продолжается. Создается отдельная структура, отвечает за благоустройство города и района и чистоту в нашем районе. Это свалки, это наши клумбы, это наши тротуары, это наше освещение. Это, естественно, и работа с населением в плане именно заключения договоров по вывозу мусора, с предприятиями строительными по вывозу строительного мусора. В этом плане, конечно, мы работаем, и эта свалка закрыта. Значит, проведем именно рекультивацию данной свалки. Значит, деньги забиты по экологическому фонду. На период, пока свалка не будет закрыта, естественно, сделано там определенное дежурство, чтобы не было санкционировано вывоза мусора. В районе также продолжаются плановые работы по программе реконструкции системы питьевого водоснабжения. Сейчас ведутся работы в Незавертайловке, Глином и Первомайске. Уже освоено порядка 70% выделенных на эти цели средств, подчеркнул Сергей Делигул.